Подержать себя сможешь, пока не уляжется? Откуда у тебя столько? Неважно, сможешь? Ну да, смогу. Тебе чего-то мне надо? Только секс? А что ты тут делаешь? Да так, к Бродской надо зайти поговорить. У тебя есть девушка? Конечно, есть. Ты? Прости, я тебе раньше должна была это сказать. Да говори! Ну, короче, я видела, как Никита целуется с Бродской. В ее кабинете. Сама тебя не ожидала. А так всегда. Живешь и не знаешь, что будет завтра. Да уж, это точно. Настя. Ну пойми, он козел. Блин, зачем я тебе это сказала? Слушай, ну у них правда что было? Вик, ну зачем мне врать? Ну, ты прям видела? Может, они... Ну, я не знаю. Да, у них была репетиция. Постельная сцена для нового фильма. Вообще, что его так защищаете? Можно сказать, это на него не похоже. Тина, перестань. Настя, ну чего ты так? Все, я домой. Девчонки, я с Настей. Тина, зачем ты так, а? Представляешь, как ей сейчас больно? Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ничего не меняется. И зачем я снова поверила ему? Глупая и наивная дура. Даже стыдно перед самой собой. Хватит. Пора взрослеть. Больше не верю ни одному его слову. Сереж, отвези меня на работу. Ой, не могу, у меня бензина мало. И что? Теперь пешком должна ходить? Чин, ну у нас же свадьба, мы должны экономить, а это лишние расходы. К тому же на метро ты доедешь намного быстрее. Значит, так ты обо мне заботишься, да? Чин, ну, я думаю о нашем будущем. Ты же хочешь красивой свадьбы?
Ты куда собралась? На работу. Ты же с ума сошла? Тебе же врач запретил. Какая работа? Мне сегодня статью Бродской защищать. Я все равно пойду. Тебе русским языком сказали. Стресс. Стресс, понимаешь? А ты собралась к бабе, которая переспала с твоим парнем. Прекрати. Хочешь опять в обморок свалиться? Я все равно пойду. Хорошо, иди. Ничего, что подруга тебя парится. Слушай, это не имеет никакого значения. Сегодня, завтра мне все равно придется идти. Так что со мной все нормально. Я пошла. Дай поцелуй. Пока. Бери. Алло, Алибян? Петя, сейчас не могу говорить. Срочно принеси мне то, что я тебе давал, пакет. Петенька, не могу, я на съемках. Сука, привези мне мой слышишь? Я привезу вечером. Когда вечером, блин? Какой вечером? Ты любишь меня? Любишь или нет? Люблю. Тогда вези сейчас. Привет, малыш. А что случилось? Кто обидел нашего котеночка? Насть, ты чё? Ты зачем пришел? Здрасте, я увидеть тебя хотел. У меня интервью. Хотел рассказать про нас. Вот, фотографии принес. Тина видела тебя с Бродской. Насть, ну, посмотри на меня. Я тебе клянусь, у нас ничего не было. Но она запала на меня, стала приставать. Я отшил ее, все. Настя, я понимаю, что я однажды тебя обманул. И ты вправе мне не верить. Ну. Скажи честно, что между вами? Дурочка, ну мне только ты нужна. Ну, как ты могла так подумать? Почему ты мне сразу все не рассказал? Зачем? Я просто не хотел тебя расстраивать. Тебе ведь еще работать с ней. Я тебя только люблю. Говори мне всегда правду. Это очень важно, ладно? Обещаю. Ты не подумала по поводу переезда? Я еще думаю. Я просто хочу, чтобы мы каждое утро просыпались вместе. Все, мне пора. Здравствуйте. Вы Яна? Да. Добрый день. Меня Артем зовут. А вы согласитесь поужинать со мной? Извините, я сегодня не могу. Может, как-нибудь в другой раз? Да, конечно. Я закончила. Скоро буду. Я тебя когда просил приехать?
Два часа назад, а ты где была? Говорю, я на съемке. Иди нахрен, дура. Ты мне больше не нужна. У вас все в порядке? Я согласна с вами поужинать. Так, приглашение готовы? Да нет, делаю. Вика, если через полчаса не будут готовы, смотри у меня. Алекс, а где Нателла? Мы бы вместе быстрее сделали. В отпуске, Нателла твоя. В отпуске. Фотографии принес? Отлично выглядишь. Для старушки. Ну, ты знаешь, возраст — это не главное. Да? А что главное? Обаяние. Глубина. Это главное. Ну, посмотри, такие подойдут? Подожди. Она работает в моем журнале. Все поймут, что это газетная утка. Какая утка? Я с ней встречался. Давно. Разве это имеет какое-то значение? Ну, я думала, ты выше летаешь. Зря ты так. Настя очень хороший человек. Интервью не будет. Глупо. Разговор окончен. Хороших журналов много. Жаль, что с вами не сошлись. Ну, как твое интервью? Да нормально все. А Бродская не приставала? Не. Я сразу поставил на место. Ничего личного, просто бизнес. Я пойду. Встретимся вечерком. Хотели со мной поговорить? А, сейчас. Официанта нет? А. Спасибо. Здорово, Таня. Ты девушка умная, Виколь. И догадываешься, что мне тебе нужно? Не очень. Понимаешь, Нателла в отпуске, а я такой человек, что если чего-то хочу, в общем, ничего не могу с собой поделать. Ты не бойся. Ты не бойся, я заплачу. Дура. Дура. Ты сегодня поздно. Да опять эти уроды. Пристали с регистрацией. Блин, когда же получу нормальный паспорт, они от меня отстанут. Девочки, что вам привезти из Парижа? Аленький цветочек. Так это ты летишь на показ? Ну, наши мамочки изменились планы, так что теперь встречайте. Лучшие модельеры мира и я. Борис Белкин. Самому не верится. А ты надолго? На один день. Ой-ой, столько шума. Ладно, вернусь, все расскажу. Держите за меня кулачки. Дайте.
Везет идиотам. Что твой Никита? Появлялся уже? Ясно все. Тим, я не знаю, я совсем запуталась. Вообще не знаю, что мне делать. Настя, я не хочу на тебя давить, но ты влюбилась в козла. С нами такая фигня случается. А с тобой? Ну да. Чуть замуж не выскочила. По любви. Наивная такая была. Тин, мне нужно сейчас идти к Бродской защищать колонку, а я вообще не знаю, как я к ней пойду. Как с ней разговаривать? А ты отключи эмоции. Это твоя карьера. Если ты сейчас сдашься, можешь все потерять. Так что иди, покажи им всем и бейся за себя. Давай. Ну и что теперь делать, Нателла? Ой, ты не обращайте внимания. Роман, перестань. Викуль, да перебесится и все. Угу. Ладно, пока. Алло, Фил. Да, привет. Приезжай, пожалуйста, мне очень плохо. Не могу, я сейчас занят. Ну, пожалуйста, Фил. Ну, слушай, я работаю... Ну, почему, когда мне это важно, ты всегда занят? Да я правда не могу. Послушай, Вик. Привет. Ну, а мы с мамой тебя ждем. Кто вас просил трогать мои вещи? Ну, было немножко грязно. Мама убралась. Ты расстроилась? Нет, блин, голова болит. Нужно маму позвать, она таблеточку принесет. Не надо маму. Картошечка уже сварилась. Сейчас есть будем. Кристин, что-то не так? Все нормально, устала немного на работе. А, ну тогда давай покушаем. А ты приляг, отдохни. А потом все вместе посмотрим сериал. Что тебе надо, Насти нет дома. Я знаю. Вообще-то я тебе подарок принес. Ты что, издеваешься? Ты такого же Насте подарил. Ну, не хочешь, как хочешь. Чего вы все ко мне лезете? Достали уже! Тебя кто-то обидел, Викуль? Ненавижу вас, козлы! Что вы все ко мне клеитесь? И что тебе от меня надо? Все, все, ухожу. Видимо, еще не время. Хорошо. Вкусненько было. Сейчас чайку вам приготовлю. Долго она еще будет? Не знаю. Скажи, что мы хотим остаться вдвоем. Но она же обидится. Если ты не скажешь, обижусь я. Ты хочешь, чтобы мы поссорились, да? Я хочу, чтобы ты вел себя как мужчина, понял? Вот и чаек у нас. Давай, Сереж, оставляй чашечки. Ой, ой. Горячо, только осторожненько. Что-то не так? Ты че, сынуль, что-то не так? Ну, а мы хотим побыть вдвоем. М-м-м.
Это вы что, получается, выгоняете меня, что ли? Вот, спасибо за теплый приемчик. Знаешь-ка что, Сереженька, поехали-ка мы домой. Собирайся, собирайся. Он никуда не поедет. Ты слышал, что тебе мама сказала? Сережа! Хорошо. Значит так, чтобы вот этой ноги в моем доме не было. А с тобой, роднулечка, я дома поговорю. Ну, что я могу сказать, дорогая? Это не выдерживает никакой критики. Банально, слабо, непрофессионально. Об иллюстрациях я вообще молчу. Ты меня разочаровала, Настя. Я была о тебе лучшего мнения. Так что я снимаю тебя с колонки. Ты свободна. Как назовешь? Подонок. Оригинально. Главное, редкое имя. Скажи, тебе не надоело на два фронта работать? Или на три, сколько станете? Малыш, я, конечно, понимаю, что у тебя проблемы на работе. Но я-то тут при чем? Я не понимаю, как ты ко мне относишься. Меня это бесит. Ты мне нравишься? Ты классная. А Настя? Бродская? И ты туда же? Нет, у меня ничего с Бродской. Скажи, ну что тебе от меня надо? Не мучай меня. Все, что вы говорили сейчас, полный бред. Вы сами утвердили мне эту концепцию. И иллюстрации, кстати, тоже забыли. Мало того, если бы у вас были конкретные претензии, вы бы мне сказали, что конкретно плохо. Я вообще не понимаю. Вы ограничиваетесь обычными фразами. Что вы сказали там? Непрофессионально? Слабо? Зачем вы хотите меня унизить? Дело явно не в колонке. Что позволяешь себе, девочка? Еще раз услышу такое, вылетишь отсюда. Тоже мне звезда. Вы деспот, Ангелина Викторовна. Что? Пошла вон из моего кабинета. Ты уволена. Это все из-за него? Короче, Вик, я хочу, чтобы ты сделала его настоящим мужчиной. Вы переспать со мной хотите? Ну, я просто хочу узнать поближе. Я не могу выбрать платье, которое я хочу, даже на свадьбу. Ты меня достал. Пойдем, пойдем, вставай. Подождите, куда вы меня ведете? Пойдем. Стойте! Ребята пришли.